В актовом зале Дома юных техников «Интеграл» собрались те, кто любит скорость и речную волну. Недавно в Подмосковье завершилась летняя навигация, а значит, пришло время подводить итоги секции водно-моторного спорта. Мы хотели бы всех отметить, но мы отметим сегодня детей, которые вот последними получили подтверждение разряда. Эти юные спортсмены, несмотря на свой возраст, уже все имеют награды. Только в этом сезоне многие из них стали призерами разных соревнований и достойно представили Химки на всероссийских турнирах. Спасибо. Среди награжденных не только парни, но и девушки. Саяне Дорофеевой исполнилось 18. Из них 5 лет она занимается водно-моторным спортом. И за это время уже добилась хороших результатов. Впрочем, останавливаться на достигнутом не собирается. Остается тем, кому правда интересно. Кому интересны лодки, кому интересна вода, кому нравится скорость. Даже если ты будешь заниматься этим профессионально, ты сможешь достичь успехов, стать мастером спорта. Тренирует спортсменов Владимир Выгузов. Он не только передает свой опыт, но и сам до сих пор участвует в соревнованиях. Своим примером он воспитал чемпионов разного уровня. Ребята показывают великолепные результаты. Есть и чемпионы мира в свое время были. Вот, и чемпионы Европы, и сейчас и чемпионы России есть. Удается детям привить вот именно любовь к соревнованиям, любовь к спорту, любовь к любимому мной делу, по крайней мере. На торжественной церемонии присутствовали и депутаты. Они рассказали воспитанникам секции о патриотизме и мероприятиях, которые проходят в Химках. И сегодняшнюю встречу посвятили одному из известных мореплавателей – Ивану Крузенштерну. Вот эта тема водного спорта, морских путешествий, она достаточно актуальна. Она актуальна была 250 лет назад, она актуальна была чуть более поздний срок, она актуальна сегодня. Считаю, что программа, которая запущена по такому единению, по патриотизму, по воспитанию чувства патриотизма, как раз вот сегодня она очень проявляется здесь. Зимой водномоторники продолжают готовиться к следующему сезону, повторяют теорию и оттачивают свои навыки в бассейне. Юлиана Мазырина, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.